Çama uydu. Sağ koltuğuma gir. Показал одного, это не трое, девчата, павер идут, павер через фокпоки, одного убрал, красавчик. Есть хитпоинты, чтобы побороться с двумя игроками, но инсейн прошивает, да? К сожалению, нет, но, да, пул просто энерджи, команда врывается в этот один гейм, а инсейн продолжает смогать, и неужели двоих практически сразу же отправил в нос для реприза вместе со страйком, очень тяжелая ситуация, и замечали еще того, и чуть ли не сжег. Да, он сгорает. Сгорает сам. Я чуть-чуть не понял, что сейчас произошло, и так молодо настолько был непредвиден, но Инсейн теряет таймит, не ожидает сейчас, что оффхейт релайнит. Как наглым образом, и тут же ребята заходят, не теряют таймингов, и просто раз... Хорошо заходит, по-моему, прям за камень на урон. Маленький внес, порка на бровке, 13 молодцы, все позиции лежа сейчас, и это, кстати, опасная авантюра, лучше лежать. И раз или готовься, лучше лежать. Низа, Минцепрет, левого плеча у команды ППС. Да, Фракена, Фракена до следующей партии. Пока, к сожалению, не получается у 13-х себя нормально реализовать. К сожалению, две карты для них не самые удачные. Инсейн все еще продолжает жить. Кстати говоря, у Инсейна есть шот энерджи. Как это опасно, тем не менее, могут пожить еще дальше. Выйти, но Инсейн высаживает страх.